Сегодня мы сделаем комплекс на ягодичные и бедра со скамьей. Будем выполнять зашагивание прямо и зашагивание боком. Прежде чем начать основную часть тренировки, рекомендую разогреть мышцы спины. Здесь мы с вами будем выполнять вытяжение противоположной руки и ноги с опорой на скамью. Мы выполняем именно на скамье, для того, чтобы мышцы-стабилизаторы максимально включились в работу. То есть, чтобы ваш пресс, поясничка, ягодицы максимально бы подключились. Вытягиваете ногу и руку противоположную. И затем, после того, как вы разогрелись, можно уже приступать к основной части тренировки. Мы выполняем зашагивание на скамью и две пружины. Максимально сосредоточиться необходимо, не терять равновесие. Смотрим прямо перед собой и чуть вниз. Ставьте стопу на самый край платформы. Выполнили необходимое количество повторений, 10-15 повторов. И далее у нас боковые выпады. Мы делаем сначала зашагивание боком к скамье, снова с двумя пружинами. Обратите внимание, что мы делаем выпад по диагонали, а не назад. Спокойно делаем подъем, зафиксировать себя наверху и затем уже спуститься. Я рекомендую вам не торопиться, выполнять все сосредоточенно. Удачи!